Так, поехали. Мод Самсона. Так. Ребята, всем привет! Наверняка вы видели мемы. Если ты думаешь, что минута это быстро, значит ты никогда не стоял в планке. Вот сегодня я выполняю разминку и подумал над тем, что планка это одно из самых переоцененных и малоэффективных упражнений. Потому что вместо планки можно поджиматься, планку можно разнообразить, делать подтягивания ног, груди, делать разные другие упражнения, в которых пресс будет задействован не меньше. Плюс планка с точки зрения выполнения технически не всегда делается грамотно и верно. И на ней можно себе существенно навредить спине, нижнему отделу. Поэтому упражнение абсолютно посредственное, и почему вокруг него столь большой ажиотаж, мне непонятно. Скорее всего, потому что это упражнение рассчитано на ленивых. Встал на локти, либо на ладони и на ноги, не особо даже заморачиваясь над тем, чтобы был напряжен весь кор. И стоишь себе, думая, что ты похудеешь, думая, что это жиросжигание, думая, что ты лечишь спину и так далее. Вот почему так? Упражнение, которое ничего не стоит, превозносят. И на него практически уже молятся, культ создали планки. А упражнение, которое создано было великим человеком, Александром Зассом, Самсоном, практически нигде его не видно и не слышно. И только умудренные опытом спортсмены знают про это замечательное упражнение. Вот сегодня я решил сделать вызов, скажем так, самому себе. Хотите подключиться, буду только рад. Поддержать мост Самсона как можно дольше времени. Его можно тоже делать, кстати, с отягощением на груди. Его можно варьировать по-разному. Я сегодня буду делать классический вариант, благо место позволяет. Буду лежать на пятках, ну, может быть, чуть-чуть голень залезет, чтобы просто не помещаюсь. И на затылке. И как можно дольше постараюсь держать ровную линию с руками параллельно корпусу. Давайте попробуем. А вы потом попробуйте вместе со мной. И напишите свой результат. Нет, начну немножко, может, позже, потом время посчитаю. Вот, ложимся аккуратно. Начну 10 секунд позже. И держимся. Вот упражнение шикарное. Напрягается ягодица, чтобы не провалиться. Напрягается поясница и напрягается пресс. Плюс шея работает хорошо. И ноги. Минуту я подержал, аккуратненько сойду. Можно и больше. Сейчас я попробую сделать с дополнительным отягощением. Но уже сейчас, после одной всего лишь минуты, я чувствую, как моя спина выравнивается. И это действительно упражнение не сравни планки. Эффективное для того, чтобы вы... Опа. Так, это 24-ка. Эффективное для того, чтобы вы исправили свою осанку и в конце концов начали заниматься своей спиной. Если вас беспокоит поясничный отдел, грудной, без разницы, делайте это упражнение. Начинайте по чуть-чуть, облокачивайтесь не на саму затылок, немного прихватывайте холку. Можете также делать не столь большую дистанцию, облокачиваться на голень. И постепенно, постепенно. Не обязательно так высоко над полом это делать. Можете поставить небольшие кирпичики и делать с них. Давайте попробуем сейчас с 24-кой затащить. Есть и 40-тик в подвале, но то, я думаю, уже будет перебор. Аккуратненько сейчас выйдем. Спина мокрая после разминки. Да, про разминку, конечно же, не надо забывать никогда. Ух ты, как хорошо.
Больше не буду, потому что сильно перехватит дыхание. А на секундочку, Александр Зас, вы можете даже найти фотографию, я ее в конце к видео приложу, держал на себе таким образом трех взрослых мужчин и разбивали на нем валуны. Возможно, когда-нибудь вы это увидите на канале. А на сегодня все. Держите не планочку, а держите мост Самсона, и вы действительно почувствуете укрепление спины, уйдут боли, и вы будете выполнять хорошее, старинное, добротное упражнение, а не всякий фуфел, на котором сейчас раскручиваются каналы, фитнес-каналы, пропагандируя планку как панацею всего. В общем, смотрите фото железного Самсона. На сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. А, и поделитесь с друзьями обязательно, потому что если вы не будете делиться, снова это упражнение останется в забвении.